Директор школы высшего спортивного мастерства, мастер спорта Советского Союза, тренер по вольной борьбе Гамлет Тибилов рассказал о роли тренеров в жизни своих воспитанников, отметив, что тренеры всегда пользовались непререкаемым авторитетом для своих учеников. Инспектор по делам несовершеннолетних Лали Гатаева отметила, что на встречи с учащимися во время профилактических бесед привлекаются представители из мира спорта. Подобная инициатива принадлежит министру внутренних дел Алану Гучмазову. В сентябре произошел конфликт двух школьников, воспитанников спортивной школы, после чего и было принято решение привлекать к встречам с учащимися тренеров. Комитет по молодежной политике и директора спортивных школ поддержали это предложение. Кетил сима фельдер нахоз кенен, мохтар кайзер найхам, смохтар, мохан на фельдер офтаку бекене. Мене знорх телефонку бокену, знорх жомайн кой, вот, значит, все, мы обязаны ста сихест кутун. Куда его нам, офта мы все-таки вот чеген сима фельдер журен крау. Ну, офта шавин, чофта саркута рестек. Тренер по боксу Феликс Албуров отметил, что в первую очередь воспитанием детей должны заниматься родители. Они должны стараться быть авторитетами для своих детей и налаживать с ними взаимоотношения. Завуч школы высшего спортивного мастерства Мадина Тадеева рассказала, что они активно сотрудничают с родителями и учителями своих воспитанников. Принимаем всех, мы никому не отказываем. Я говорю так, Шейнефельтов, Свелун, Этьер, Холбохов, Кено. Фельдхау пусть придет в зал, если даже у него нет никаких способностей, пусть походит. Там месяц или два на борьбу, стрешет волейбол, пусть ищет себя, ребенок. Где-то он все-таки найдет себя. Говоря о воспитательной работе с детьми, начальник отдела по молодежной политике и спорту Дзаусского района Александр Джиоев подчеркнул, что ни один тренер или учитель не хочет плохого для своих воспитанников. Но для многих родителей замечание в адрес своих детей становится поводом для судебного разбирательства. Инспектор по делам несовершеннолетних добавила, что у участников встречи единое мнение относительно методов воспитания детей, что уже является большим успехом. Участники встречи договорились продолжить встречи и дальше доносить до детей принципы морально-нравственного воспитания. Алена Отаева, Вадим Габараев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.